Первый матч «Севера» с новым тренером закончился в ничью. Напомним, до этого без наставника команда два раза проиграла. Накануне на центральном стадионе мурманчане встретились с лидером зоны «Запад» футбольным клубом «Тосно». Как оценивает новый тренер Леонид Ткаченко игру «Севера» и не изменится ли состав команды, расскажет Марина Калмыкова. У руля футбольного клуба «Север» теперь Леонид Ткаченко, мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины. На нового наставника фанаты и сами игроки возлагают большие надежды. Ведь последние два выездных матча с московским «Строгино» и «Долгопрудным» мурманская команда проиграла. На этот раз борьбу за мяч наши вели с лидером зоны «Запад» «Тосно». Так и не открыв счет, команды ушли на перерыв. Хотя в первом тайме было много опасных моментов. Болельщики поддерживали северян и явно нервничали. Болеют за «Север» и супруги Пластуновы. Вместе они уже больше 30 лет. Столько же следят за игрой нашего клуба. Каждый раз оценивают футбольную тактику, подсчитывая количество точных передач северян и игроков противника. Тренер поменялся, сразу чувствуется замена. Ну, можно было лучше, желаем, чтобы лучше «Север» играл, конечно. Но, в общем-то... Сыграно на стене. Слабо. Пока нету звезд. Нету лидера команды, нету забойщика, за которым бы приятно было посмотреть. Ну, очень средненько. Закончился матч со счетом 0-0. Но для нового наставника «Севера» Леонида Ткаченко это своего рода победа. Тренер признает, что футбольный клуб сейчас находится в сложной ситуации. Два центральных защитника выбыли, капитан команды Апатин травмирован, основной состав очень молодой, да и мастерства не хватает. Если вы хотите видеть футбол, должны здесь играть другие футболисты. Если вы хотите видеть хороший футбол. А чтобы здесь играли хорошие футболисты, нужны совсем другие условия и другие деньги. Вот. Поэтому надо идти поступательно. Вот. Достаточно сказать, что единственный город, который имеет футбольную команду за полярным кругом, и ей в мире, ей надо дорожить. Поэтому я благодарен, кажется, всем, кто сопричастен к тому, что хотя бы, кажется, команда вот в таком виде существует. А если мы хотим иметь, кажется, другую команду, значит, нужны другие условия. Но все же игру «Севера» Ткаченко назвал достойной. Впереди много работы, но контракт за полярным клубом пока не подписан. За свою карьеру тренер успел поработать с рядом известных футбольных клубов, среди которых питерская «Динамо» и махачкалинский «Анжи». В его копилке много достижений. Команды под руководством Ткаченко не раз выступали в первой и высшей лиге. Ближайший матч «Севера» состоится 7 сентября с командой из Пскова на нашем поле.